Папа сказал, чем выше в горы, тем круче чай. Это высокогорная чайная плантация. Здесь такой чистый воздух, такие ласковые теплые ливни. И так много-много солнца, что именно здесь собирают особенный чай принцесса Нури. Вот он, высокогорный чай последнего урожая. Принцесса Нури, он сам как солнце. Посмотрите. Дядь Леш, а чай-то будем пить? Чай принцесса Нури. Высокогорный чай последнего урожая для тех, кто понимает.